Здравствуйте. Координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает свое вещание. Ситуация на 2 апреля следующая. В инфекционной больнице города Сухум за сутки было 2 обращения. Обоим пациентам был выставлен диагноз ОРВИ. В Удоудской центральной районной больнице нет ни одного пациента. Продолжают поступать звонки в единый колл-центр. За сутки по всей Республике Абхазии их было порядка 250. Все они были обработаны и были даны рекомендации. Уважаемые граждане, в очередной раз благодарим вас за понимание и просим соблюдать режим чрезвычайного положения. Не выходите из своих домов без острой необходимости.